Старинные книги, источники мудрости, знаний, опыта, как много в них накоплено того, что интересно современным поколениям белорусов, и как жаль, что некоторые из них мы уже так и не сможем открыть. Для того, чтобы прикоснуться к удивительному наследию, существуют факсимильные издания. Накануне фонду библиотек Брестской области был передан такой вариант первого букваря. На протягу 3 года, супольно працуючи с Министерством замежных справ, Министерством адукации, Министерством культуры, знайшовши подтримку приватных организаций, зробили вельми яркий, пригожий, цікавий проект по факсимильным узнаулені старажытнага помніка. Фактычна ад гэтай кнігі бярэ пачатак традыцыя школьнага навучання ў Беларусі і ў многіх іншых краінах. Сёння па букварах вучацца народы, пачынаючы ад Манголіі і Чукоткі да Албаніі і Сербіі. Гэта безліч народаў, безліч моў. І ўсё пачалося роўна 400 гадоў назад, бо першая кніга пабачыла свет у 1618 годзе. Таму нам было вельмі сімвалічна гэта выданне перавыпусціць да 400-годзя, суправадзіўшы яго перакладам на сучасную беларускую мову, бо арыгінал на царкоўна-славянскай. Гэта амаль што галоўная падзея гэтага году ў галіне кніжнай культуры нашай дзяржавы. І таму, як самая буйнейшая бібліятэка нашага рэгіёну, мы сёння на прэзентацыю гэтага праекта і гэтай кнігі запрасілі прадстаўнікоў усіх публічных бібліятэк Брэсцкай вобласці. Удалось воссоздать издание благодаря масштабному проекту, реализованному Национальной библиотекой Беларуси в сотрудничестве с большим количеством учреждений как на территории нашей страны, так и за ее пределами. Появилась возможность сделать электронную копию единственного известного экземпляра, который сегодня хранится в Лондоне. Благодаря партнерским программам книга была растиражирована и сегодня представляет огромный интерес для людей, живущих в Беларуси. На презентацию трехтомника были приглашены представители библиотечной системы региона, ученые, школьники, все те, кто теперь смогут прикоснуться к истории, открыть для себя неизвестные забытые страницы. Мы надрукавалі некамерцыйны тыраж, это 1000 экземпляраў, и вся 1000 перадаецца абсолютно бясплатна па ўсіх районных бібліятэках Беларусі, па большасці нацыянальных бібліятэк замежных краін, у музеі, у вышэйшыя навучальныя установы, як дзяржаўныя, так і прыватныя ў Беларусі. Таксама у духовныя цэнтры, навучальныя установы і епархіяльныя цэнтры. Мы вельмі спадзяемся, што кніга трапіць у многія калекцыі, дзе беларуская культура папулярызуецца за мяжою, і ўжо сёння яна прэзентаваная, напрыклад, у многіх міжнародных культурных арганізацыях, як ЮНЕСКО, ААН. У 2018-м первому известному беларускому букварю исполнится 400 лет. Это единственное в своем роде издание просветительского характера, наиболее раннее печатное пособие для изучения грамоты. Уже совсем скоро познакомиться с факсимильными копиями букваря можно будет во всех крупных библиотеках области.